Последний день перед Пасхой – Страстная суббота. В этот день христиане вспоминают распятие Иисуса, когда его душа сошла в ад, чтобы вывести оттуда праведников. За 48 дней поста у верующих было время подумать над своей жизнью, вспомнить деяния Христа и подготовиться к Пасхе. Самое ожидаемое событие накануне Светлого Христова – воскресенье для христиан – схождение благодатного огня. Оно символизирует воскрешение Господа. Из Иерусалима его доставляют во все христианские страны, где празднуется Пасха, в том числе и в Украину. В аэропорту Борисполь благодатный огонь будут встречать в 19:40 по киевскому времени. Его привезет делегация Украинской православной церкви Киевского патриархата.